Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам буду рассказывать о новинке от многим известной компании Bumble Right. Это американская компания. Она делает преимущественно такие неубиваемые, крепкие, очень проходимые, мягкие, с очень конкретно мягкой амортизацией коляски для не очень хороших дорог. Короче говоря, очень хорошо подготовленных для России. Эта модель называется Era. Она вообще предназначена для детей с рождения и до 5 лет. Вес максимальный ребенка, который она может выдержать, это 25 килограмм. 25 килограмм, это действительно много. И ширина, кстати, колесной базы, чтобы вы имели в виду, у нас самый стандартный лифт 63 сантиметра. Здесь 62 сантиметра колесная база и весит она всего 13 килограмм. Поэтому подойдет однозначно практически всем. И что очень хорошо, Bumble Right India, трехколесная ее версия, она нравилась многим, но кто-то вот уперся, не хочет три колеса. Вот, пожалуйста, четырехколесная версия, да еще и с реверсивным блоком. В общем, давайте уже наконец ее изучать. Наверняка, пока я рассказываю, вы обратили внимание на цвет этой ручки. Пробковый материал и экологически чистый, естественно. На самом деле этот материал очень износостойкий, его очень тяжело заюзать, повредить, и его надолго хватит. Поэтому вот такой вот интересный прикол в этой колясочке. Что касается ручки, естественно, она у нас регулируется во всех плоскостях. Что касается козырька, козырек у нас, вы видите, он большой по-настоящему. Вот эту вот секцию можем убирать. Здесь у нас смотровое окошко, оно на магнитиках, можно, если что, подвернуть, резинкой зажать. В этом все отлично. Так, что касается у нас посадочного места, оно очень большое. Давайте сразу покажу вам, как регулируется здесь у нас наклон спинки. Здесь ремешки, как и было раньше. Вот. Тут у нас можно замочек открыть, освободить окошко. Здесь на самой спинке есть еще один кармашек. В общем, вот так вот здесь все устроено. Давайте покажу. Здесь от 100 градусов до 170 градусов спальное место. Вот. Вообще отлично. Плюс ко всему, смотрите, можно и вот так вот взять. И вперед с ребенком с рождения можно ездить. 170 градусов этого достаточно, чтобы использовать ее с рождения. 180 градусов это идеально, конечно, но и 170 это практически ровно. Все в пределах, знаете, такой погрешности небольшой. Так, давайте блок изучим немножечко поближе с вами. Сейчас я посажу. Вот, спинка здесь не сильно завалена назад, многие на это жалуются. Здесь такой проблемы нет. Она внутри жесткая, с матрасиком мягким. Пятиточные ремни у нас придерживают ребенка. Также у нас есть бампер. Бампер у нас здесь не откидывается, как калиточка. Он только снимается и не регулируется больше никак. Также у нас есть хорошая большая подножка. Тоже регулируемая. Здесь материал очень легко чистится, причем просто губкой, мылом, да как угодно. В принципе, можно это все зачистить. Не проблема. Так, по сиденью, в принципе, все понятно. Ткани у Bumble Right всегда были очень износостойкие. Тактильно они вообще не раздражают. Я не могу сказать, что она какая-то шелковая, мега приятная. Нет, это нормальная плотная ткань, которую вы еще и как ни старайтесь, не порвете. Так, давайте теперь посмотрим на раму. Рама у нас, она металлическая, она очень-очень-очень прочная. Bumble Right этим очень славится. Здесь у нас есть амортизация и спереди, и сзади. Плюс ко всему у нас надувные камерные колеса.
Кто-то будет говорить, что ой, их можно проколоть. Да, можно проколоть, аккуратнее ездите и не проколите. Смотрите, куда заезжаете. Вот. Но зато камерные колеса самые мягкие. Плюс ко всему амортизация. Поэтому я вначале сказал, плавность хода у колясок Bumble Ride, она практически эталонная. Колеса, естественно, можно блокировать, если вы там совсем куда-то залезли, непроходимые дебри. Вот, что касается багажника, багажник здесь тоже большой, доступ к нему, в принципе, нормальный. В комплекте здесь идет насос. Хочу сразу заметить, у многих колясок с надувными колесами насос не идет в комплекте, а коляски поставляются с сдутыми колесами. Поэтому уточняйте этот момент перед покупкой и заранее купите за 200 рублей этот несчастный насос, вот, чтобы потом подкачивать колеса, если вам это понадобится. Что касается тормоза, тормоз у нас одна большая педаль. Тормоз, он такой, знаете, не тугой, поэтому он и ногой будет нормально откидываться. Поэтому вот вполне себе нормальный годный тормоз. Ну, конечно, хотелось бы одним нажатием сверху все это делать. Ладно, теперь давайте посмотрим, как она складывается. Так, у вас может возникнуть вопрос, может ли она складываться с реверсивным блоком против хода движения. Технически может, но торчит, поэтому нет. Лучше складывайте ее именно по ходу движения. Чтобы это сделать, нужно нажать две кнопочки вот тут сбоку. Нажимаем, он закидывается вперед. А дальше все как у трехколесной версии. Так, вот что я там уперся. А, колесо. Секундочку, колесо переднее должно смотреть туда, а иначе оно не даст вам сложиться. Вот видите, все сложилось, все окей. Также ее можно, если что, поставить. Она, как бы вы ни поставили, она, в принципе, встанет. Поэтому в этом плане все хорошо. Так, теперь смотрите, за что можно переносить. Здесь есть на раме специальная ручка с таким резиновым хватом. Поэтому держать ее, в принципе, даже очень удобно. Раскладываем все в обратном порядке. Все, в путь. Все, в принципе, по коляске, что хотел рассказать. Я вам рассказал, сейчас только комплектацию я забыл проверить, что-то изменилось или нет. Корзина, ремешок, шасси, нет. Ничего, в принципе, кроме насоса отдельно в комплектацию не идет. Комплектации не идет. Дождевик, там скидки, это все нужно будет докупать отдельно. Они этого теперь еще не добавили. Вот. В двух словах мое мнение по Bumble Ride, если мои предыдущие обзоры смотрели на другие версии, я и там говорил, мне очень нравится этот бренд, у меня ноль претензий к этой компании, по качеству, к самим коляскам, они очень удобные, они легко складываются, они очень надежные, очень мягкие, у них большие капоры, да в принципе все нормально. Если вот у кого-то в голове сидит бзык по трем колесам, вот пожалуйста, четыре колеса и не парьтесь, покупайте тогда Еву и будет вам счастье. Поэтому я ее смело могу рекомендовать покупке. А купить вы ее, как понимаете, можете в первой коляске. Ссылка будет внизу в описании. Заказывайте. День-день или на следующий день вам ее привезут. Так что спасибо, что посмотрели. Ставьте свой жирный царский лайк. А вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора коляски для ребенка. До свидания.